Твое сознание действует как облучение, особенно на генетическую структуру. Оболочки, которые удалось создать, были недостаточно сильные, чтобы удержать его. Но мне кажется, наконец мы нашли то, что тебе нужно. Человек, полковник Нейтан Кейс, награжден памятной медалью и бронзовой звездой за сражение Ви. Наши люди взяли его в Куантико. Но нам не удалось узнать у него то, что мы хотели. Будь я проклят, если вам что-то скажу. Он способен переносить сильную физическую и психическую боль. Что бы вы там ни планировали, советую вам передумать. Он должен хорошо перенести стресс от перемещения сознания. На любые действия против меня тут же поступит ответ военно-морского флота США. Вам уже хуже. Разумеется, он будет разрушаться, но генетическая работа продлит жизнь его тела. Ты слышишь меня? Вы за это заплатите. Мне нравится его дух. Господи! Однако меня кое-что беспокоит. Без какой-либо технологии перемещения сознания? Позволь мне. Что ты такое, черт возьми? Ваше будущее, полковник. Перестань! Мабус. Ты сделал это. Перемещение прошло успешно. Мабус. 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 Ничего не вышло. Материал погиб. Что? Что случилось? Когда мое сознание вошло в него, оно перегрузило нервную систему. Мне нужен более сильный разум, а не тело. В 1564 году Нострадамус предсказал, что Земля будет уничтожена тремя ужасными волнами. Первая волна уже здесь. Меня зовут Кейт Фостер. Это мой дневник. Инопланетяне убили мою жену, но обвиняют меня в ее убийстве. Теперь я в бегах, но я не прячусь. С помощью предсказаний Нострадамуса я ищу их, охочусь на них, разоблачаю их. Я остановлю первую волну. Первая волна. Сосуд. Катрен 41, Центурия 4, в начале тысячелетия машины новой эры несут разрушение. На троне под 13 безликими воинами король-захватчик обретает власть. Начало операционной системы, используемой во всех компьютерах страны. Машины новой эры. Макс Стерман, президент империи компьютерных программ, собирается выпустить через 2 недели свою последнюю программу. Если начало оружия, которое принесет разрушение, мы должны остановить его. Необходимо встретиться с Максом Стерманом. Эдди, станция наблюдения на месте. Были сложности с подключением кабеля, каналов связи? Все было там, где ты сказал. Не осрамил свою профессию. Скажешь это суду, когда нас будут судить за хакерство.
Сначала нас должны поймать. Может, и поймают. Прослушивать здание Стермана Вер Безумия, здесь работают лучшие программисты мира. Любой из них может оказаться Гуа, начиная с Макса Стермана. Макс, Макс, ты шутишь? Я всегда шучу, Джордж. Но притворяюсь серьезным, когда хочу заработать миллиард долларов. Но мы не можем отложить выпуск начала. Рынок ждет? Пусть подождет. Я хочу внести несколько изменений. Мы выпустим их отдельно на страничке, как делали раньше. Не сейчас. На этот раз программа должна быть совершенной. И я сделаю эти изменения. Если у тебя есть вопросы, ты уволен. Прости? Это шутка, Джордж. Да. Да. Начало. Как думаешь, зачем Гуа эта программа? Для контроля. Эта система используется в большинстве компьютеров мира. Даже Пентагон использует ее версию. Перепрограммирование может вывести из строя авиакомпании, системы безопасности или же присоединить их к серверу Гуа. А последняя часть Катрана? Король-завоеватель — это Мабус. На троне под 13 безликими воинами. 13. Может, это его счастливое число? Эдди, займись Стерманом, ладно? Хорошо. Я уже прошел через 9 уровней защиты, избежал пары серьезных ловушек. Сейчас ты увидишь личное расписание Стермана. Кажется, ты этого не ожидал. Этот парень молодец. Давай же, детка, работай. Да, он молодец. Но ты лучше. Календарь Стермана. Отлично. Посмотрим, что у нас тут. Совещание по маркетингу. Телеконференция с Японией. Обед в Пострю. Минуточку. Завтра у него встреча в Силиконовой долине с парнем по имени Джинс Дэвис. Джинкс? Давненько я не слышал это имя. Он был хакером, легендой, пока не продался какой-то фирме, разрабатывающей системы защиты интернета. Ты его знаешь? Нет, этот парень затворник, почти такой же параноик, как я. Что за компания? Смертельный жучок. Вот там-то мы и перехватим Стермана. Так я и знал. Они меня засекли. Проклятие! Привет, ребята. Я на вашей стороне. Привет. Привет. Эдди тебя проинформирует. Конечно. Как только будешь готова. Не знаю, Кейт. Все слишком легко. Да. Настоящая охрана будет в воздуховоде. В воздуховоде? Ненавижу воздуховоды. Впереди решетка. Проверь ее. Я закреплю веревку. Здесь что-то есть. Пластик. Размером со спичечный коробок. Кейт, тут провода. Электронный сенсор срабатывает, если снять решетку. Я попробую его отключить. Если бросишь ее, включится сирена. Я так и знала.
Один есть. Кейт. Подожди, подожди, почти все. Кейт. Я правда ненавижу воздуховоды. Не понимаю, почему. Мне нужно идти. Да. Сделай одолжение. Будь осторожна. Хорошо. Ты тоже. Джинкс, надеюсь, ты придешь пораньше. Там можно проехать. Пропустите нас. Я дам тебе $1000. Один ничтожный индивидуум блокирует развитие технологий, способные изменить мир. Он думает, что может нас задержать. Что теперь? Мы не туда поехали? Да что такое? Я хочу пообедать до захода солнца. Что это, похищение? У меня нет на это времени. Скажите, сколько вам нужно, и я выпишу чек. Сохраняйте спокойствие, мистер Стерман. Джордж, вызови полицию, возьми мой сотовый. Не сопротивляйся, Макс. И все пройдет легче. Вы ничего не сделаете. Если вы не сумасшедшие или тупые, вы должны понять, сколько я стою. Больше, чем ты можешь себе представить. По крайней мере, пока. А ты кто такой? Слушай, наверняка от твоей болезни есть лекарство. Я мог бы помочь. Ты уже помог. Макс. Пожалуйста, нет. Что ты? Мабус. Мабус! Я здесь. Мабус, это ты? Воплоти. Первый день наступления каждый компьютер, который пользуется началом, свяжется со своим провайдером и запустит вирус.
Мы уничтожим интернет за полчаса. Коммуникации? Системы безопасности? Все будет отключено во время второй волны. Или будет под нашим контролем, когда намечен выпуск программы. Через 2 недели. Но Стерман приказал задержать его. Он хотел исправить программу. Мы не можем это допустить. Я сегодня же сообщу совету, что мистер Стерман передумал. Ты стал еще более искусным в перемещении своего сознания. Физические повреждения Стармана минимальны. Как ты себя чувствуешь? Я в человеческом теле. Это как ходить по горло в болоте. Ты должен быть осторожен. Живое человеческое тело не заживает само, как наши оболочки. Как твоя память? Воспоминания Стермана остались нетронутыми, но я имею доступ только к некоторым из них. Обрывки воспоминаний, эмоций. Я все еще чувствую присутствие Стермана. Он даже борется за свое тело, но он его не получит. Я введу тебе плазмиду. Это полный набор ДНК. Он продлит жизнь этого тела. Надолго? При постоянном лечении несколько недель, максимум месяц, прежде чем начнется видимое разрушение. Не думаю, что оно понадобится дольше. Мы пропустили первую встречу, но еще успеем в 2:30 Джинксу Дэвису. Специалист по системам защиты интернета. Совершенно верно. Его новая система безопасности представляет угрозу нашим планам. Мы считаем, что этот человек очень опасен. Засекайте время. Ребята, 4 секунды. Один готов. Паршивая защита повсюду. Одни защитники. Остается только одно. Джинкс идет на прорыв. Зовите меня белым шоколадом. Ладно, приберите здесь. Стерман уже едет. Джинкс? Ты действительно думаешь, что он купит компанию? Не знаю. Сколько он предложит? И этого не знаю. Знаю одно. В результате этой сделки я получу один островок Фиджи, на котором проведу свою старость. Кто-нибудь видел мой счастливый галстук? Ты когда-нибудь бываешь в офисе? Целый день жду. Чего ждешь? Ты кто? Постой, постой. Не надо. Делай то, что говорю, и не пострадаешь. Кивни, если понял. Ребята, мне пришло сообщение от Стермана. Встреча переносится на Стерман Плаза. Я еду туда. А вы можете идти по домам. Чего ждете? Я же сказал, можете идти. Идите домой, отдыхайте. Я позвоню после встречи. Идите же, идите. Идите. Увидимся завтра. Отличная работа. Все чисто? А это еще кто? Нация воронов. Ты же сказал, тебе нужны сотрудники. Чтобы изображать программистов, эти парни похожи на головорезов. У меня не осталось умников, и эти сойдут. Отлично. Есть какая-нибудь проблема? Ты. А что со мной? Твои ноги. И не только. Не только они. Твои губы тоже. Да ты вся.
Посмотри на себя, Джордан. Ты похожа на фирменную витрину. Тебя трудно не влюбиться. Это твоя проблема? Не моя. Фостера. Фостера? Хочешь сказать, не знаешь, что он в тебя влюблен? Эдди. Джордан, да это бы увидел слепой. Посмотри на меня. И скажи, что не испытываешь к нему того же. Вторжение приближается. Ты отвлекаешься на него, а он на тебя. Это опасно для всех нас. Мы едем. Извини, что приходится это делать. Я очень уважаю твою работу. Класс. Макс Стерман, Джинксу Дэвису. Разумеется, мистер Стерман. Его кабинет направо. Джинкс ждет вас. Одну минуту. Вероятно, вы один из создателей смертельного жучка. Я восхищен вашей технологией, особенно тем, как она обнаруживает вирусы при прохождении через модем. Как именно это происходит? Это называется оптическим зазором. Это реверсивный интерфейс, находящийся в небольшой карточке, которая регулирует доступ к данным. Я Джинкс Дэвис. Добро пожаловать в компанию «Смертельный жучок». И боюсь, что нам придется перенести нашу встречу. У меня возникли дела. Не так быстро. Что это значит? Что вы остаетесь? Я так не думаю. А я думаю, вы никуда не пойдете. В чем дело? Мы считаем, что начало представляет угрозу для мира. Вы слышали о группе под названием Гуа? О чем вы говорите? Я же говорил, он молодец. Считайте, что это террористическая организация. Мы расскажем вам больше, когда выясним, не являетесь ли вы одним из них. Всем приготовиться, он может быть Гуа. Дайте мне нож. Минуточку. Вытяни ладонь. Что вы делаете? Давай. У Гуа раны затягиваются сами. Он чист. Простите, мистер Стерман, излишняя осторожность не помешает. Вы не слишком осторожны. Пошли, Макс. Надо уходить, пока эти сумасшедшие не сделали. Твоя очередь, вытяни руку. Не буду. Давай, Джордж, делай, что они говорят. Мистер Стерман, этот человек не президент. Don't move.
Не двигаться, или я сломаю ему шею. Сломаю, как ветку. Вы знаете, мы это можем. Отпусти его. И не подумаю. Кейт Фостер нужен вам живым. Джордан, не выпускай его. Заткнись. Фостер, ты цел? Долго целилась. Что это было? Это мистер Стерман. Был гуа. Я приказал прекратить работу. Снимите всех с проекта и принесите мне главный диск. Я иду к себе в офис. Я сам проверю начало, и если там вирус, я найду его. И что тогда? Нам понадобится ваша помощь. Вы должны рассказать людям, что происходит. Вас люди послушают. Я бы не поверил в инопланетян, если бы не видел, как один из них исчез на глазах. Я сделаю все, чтобы помочь. Макс Стерман. Система реагирует на голос. В здании Стермана нет ключей. Абсолютно все управляется компьютером. Отлично. Главное не подхватить насморк. Нет проблем. Насморк можно вылечить. Как только я обнаружил брешь в системе, я послал Стерману сообщение по сети. Это могло закончиться для тебя тюрьмой. Не закончилось же. Она привела к встрече с предпринимателем, которую вы сорвали, а я уже выбрал себе тропические острова. Извини, но приближается вторжение, и у нас другие приоритеты. Да, пришельцы захватывают землю с помощью компьютеров. Это как-то... Может, расскажешь, что делаешь? Пытаюсь проникнуть в главный компьютер Стермана. Личные файлы, системы безопасности и прочее. Брось, никто этого не сделает. Смотри внимательно. Я буду рад бросить все силы на то, чтобы помочь вам. Но сначала я должен узнать больше... Как вы их называете? Гуа. Да, Гуа. Как вы узнали, что в мою компанию внедрился один из них? Мы нашли подсказку, что Гуа использует начало в своих целях. Вам сказал кто-то из моей компании? Некто по имени Нострадамус. Мистик средневековья. Объясните, как древнее предсказание может быть связано с вторжением инопланетян. Интересно. Мистер Фостер, вы в порядке? Вы объясните? Не стоит. У меня есть другая идея. Почему бы вам не рассказать, что вы знаете о второй волне? Что вы делаете? Фостер. В Катране говорится, что король-захватчик сидит на троне под 13 безликими воинами. По-моему, это как раз то. Надо же! Класс! Ты можешь вызвать всю систему. Я устрою тебе виртуальную экскурсию по женскому туалету. Я хотел заглянуть в офис Стермана. Пожалуйста. Система безопасности. Верхний уровень. Кабинет Стермана. И мы видим... О, боже. Стерман. Стерман — это Мабус. Кто? Инопланетный антихрист. Предводитель Гуа. Что? Я чуть не продал компанию этому парню. Что ты делаешь? Отключаю Стермана от главного компьютера. Не хочу, чтобы это увидел кто-нибудь из охраны. Если он Мабус, мы должны убить его немедленно. Мы даже не знаем, можем ли его убить. Мы пытались убить Мабуса, а он выжил. Вы совершаете ошибку? Нет, приятель. Нация воронов может допросить его. У него должна быть информация о второй волне. А если он не заговорит? Тогда у нас в руках будет главный козырь. Согласна? Попробуем сделать по-твоему. Выведем его отсюда. Я проверю безопасность на этаже. Ты думаешь, я пришелец, потому что так написано в каком-то стихотворении? Они никогда не подводили нас, не подведут и сегодня. Ну как же я тогда прошел вашу проверку? Не знаю.
Новая оболочка? Возможно, клон? Что вы сделали со Стерманом? Я тебе покажу. Фостер! Черт, он меня не слышит. Можешь включить пожарную сигнализацию? Кто не спрятался, я не виноват. Эдди! Я тебя вижу. Я взломал систему безопасности Стермана. Послал сообщение, что это ложная тревога. Мабус направился к лифтам. Можешь их отключить? Уже отключил, но поторопись. Не волнуйся, живым он отсюда не выйдет. Фостер. Проклятие. Макс Стерман. Макс Стерман. Давай, кто твой папочка? Опечатал все выходы. А ты уверен, что он хочет выйти? Вот он. Нет, он нацелился на нас. Надо постараться взять его живым. Согласна. Кейт, я тебя чуть не убила. Чего ты взяла, что ты смогла бы это сделать? Сегодня Эдди сказал мне одну вещь. Я много об этом думала. Эдди, что случилось? Он вырубил электричество. Компьютеры питаются автономно. Я смогу удержать двери, но это значит, что вы будете закрыты вместе с ним. Мабус еще в здании. Так что ты хотела сказать? Это подождет. Поезжай на лифте. Я проверю коридор. Мы возьмем ублюдка. Эдди, ты его видишь? Нет, Фостер. Половина камер слежения отключена. Thank you.
Проклятие. Эдди, где он? В офисе. Фостер. У него Джордан. Она жива? Не знаю. Фостер, он отключил нашу камеру. Мы остались без глаз. Что он собирается с ней делать? Эдди, я перед дверью в кабинет Стармана. Я почти закончил. Нужно входить в панель управления. Можешь управлять замками? Могу попытаться. Подожди секунду. Давай, Эдди. О, нет. Система блокирована. Кто-то еще влез в нее. Он заблокировал управление. Фостер, беги к двери. Он закрывает дверь. Но еще пару секунд, она будет открыта. Проклятие! Сукин сын! Джордан! Все в порядке, Кейт. Он мой. Тоже мне монстр вселенной. Ты это сделала? Останови ее! Нет! Зачем? Он был нужен живым. Не знаю. Я посмотрела на него и увидела моего брата, моего отца, всех, кого я любила. И захотела, чтобы он тоже умер. Что ты собиралась мне сказать? Что? В коридоре. Что тебе сказал Эдди? Джордан бы знала. Что ты делаешь? Это же я, Джордан. Мабус может менять тела. Он вселился в Стермана. Он чуть не вселился в меня. А теперь он в тебе. Посмотри на меня, Кейт. Это я. То, что сказал Эдди, я слишком боялась. Чего? А ты не знаешь. Я боялась любить тебя. Прости меня. Прости. Что ты? У тебя идет кровь. Не двигайся. Даже не дыши. Убей меня, и ты убьешь ее. Я знаю, что она чувствует. Я это ощущаю. Она правда любит тебя. Джордан!
Когда я ворвался в офис, Мабус уже перешел в Джордан. Значит, Мабус застрелил Стермана. Не имеет значения. Смерть Стермана не помешает Гуа использовать начало как оружие. Я говорил с Джинксом. Он разошлет сообщение, что начало несет в себе вирус. Это может помочь. Но не остановит их. Может, уже слишком поздно. Перед тем, как Стермана застрелили, я увидел ужас на его лице. Думаю, когда Мабус покинул его тело, он снова стал Стерманом. Это означает, что Джордан все еще внутри. У нее есть шанс. Даже если это возможно, речь идет об очень сильном противнике. Фостер. Возможно, ее уже не удастся вернуть. Я должен попробовать. Я знаю. А если не получится? Три года назад Гуа украли мою жизнь. Это было первым испытанием на дороге в ад. Сегодня они украли мою надежду. Надежду на то, что моя жизнь когда-нибудь будет чем-то большим, чем борьбой за призрачную победу. Мне нужна надежда. Надежда на будущее. Мне нужна Джордан.